Спасатели Усть-Каменогорска решили показать, с какими трудностями им приходится сталкиваться во время следования к месту ЧП. Порой им сложнее добраться до пожара, чем его потушить. Анна Есенбердина теперь знает, уступают ли автовладельцы дорогу спецмашинам и чем чревато отсутствие солидарности между водителями. Эта пожарная бригада отправилась на условный вызов. Посмотреть, как быстро доберется бригада до места назначения. Часто преграды встречаются еще на пути. Водители не уступают дорогу. Недавно даже случилась авария с трамваем. Но в этот раз автолюбители оказались законопослушными. Водителям, которые не пропустили спецтранспорт, движущийся с проблесковыми и сигнальными маяками соответствующего цвета, грозит административная ответственность по статье 598 части 1 в размере 7 месячных расчетных показателей. Заплатить штраф придется вот этой автоледи. К счастью, она единственная нарушительница правил. Дальше до места добрались почти без приключений. Но во дворе дома радость пожарных мгновенно улетучилась. Здесь тесно так, что даже человеку пройти сложно. Водителю 19-тонной махины тем более не проехать. А ведь при тушении огня часто приходится маневрировать. От этого могут зависеть жизни. Поэтому спасатели без раздумий расчищают путь вручную. Имелся такой случай. Это в районе Стрелки. Пожарные автомобили не могли заехать во двор. То есть двор был заставлен автомобилями. И пожарным пришлось... так скажем, растаскивать, расчищать проезд для пожарной техники. Жители этого дома по улице Кайсенова знают, как важно, чтобы пожарные приехали вовремя. Летом здесь загорелась одна из квартир, пострадали еще несколько. Пенсионерка Нина Шокарева благодарна, что спасатели сумели справиться с бушующей стихией. Дом и кирпичный, но внутри все старое, деревянное. Все бы заполыхало в один миг. И мы бы остались все. Хорошо днем это было, а если бы ночью? Мы даже могли бы не сообразить, что происходит. И слава богу, что оперативно пожарные приехали. Всего по правилам огнеборцам дается максимум 10-15 минут на дорогу. На счету каждая секунда. И водители должны знать об этом. Ведь на месте пострадавших могут оказаться и их родные, напоминают спасатели. Анна Рысенбертнаш, Гербабаканов, Дмитрий Пыхтин, Усть-Каменогорск, Хабар, 24.